Так, Фёдор, давай пишу. Хорошо. Одну сначала, Саня. А что? Так, я открываю дверь. Открывай. У меня опыта нет в этом деле. Ой, я тебя научу. Уж моим анестезиологом. Ассистентом. Хочу ты макаруться. А потом развяжем его тут. Развяжем. Ну, сам развяжем, не переживай. Это ненадолго. Он долго спать не будет. Да, я надеюсь. Успеть донести его. Да, я надеюсь, что мы успеем его донести. Значительно. Что, на одеяло, нет? На одеяло. Там, ну, прям расстроило. Раньше их возили. Да, подожди. Саня, он тяжелый. Я же тебе говорю, килограмм 70-80. Только суть. То есть надо за 4 угла нести, как? Понятно? Поэтому девочки очень тихо. Они очень реагируют на звуки. Я одна не упру. Так, тогда я не снимаю? Или... А ты несешь, Далина. Давай я. А нет, так, давай. Нет. Да брось эту камеру. Я не могу нажать.